Баскетболистки Красноярского Енисея накануне в Ерыгинском дворце одержали победу над турецкой командой «Эдирнеспор». Игра закончилась со счетом 73-70. Встреча была напряженной, и счет открыли турчанки. Однако нашим девушкам удалось быстро отыграться и до конца удерживать преимущество. Болельщиков на трибунах было много. По их словам, турецкую команду они ждали с нетерпением, но в победе наших не сомневались. Спорт есть спорт. Это не должно касаться политики, мне кажется. И что, мне кажется, что это все будет разрушено, как сказать, политики разберутся между собой, а спорт всегда остается спортом, и не надо это мешать, как говорится, кислое с пресным. И политика одно, а спортсмены другое, они к этому отношения имеют, поэтому будем болеть и за тех, ну то есть это гости, но мы будем за своих болеть, наши должны выиграть.